Нас попросили связать модного лесного жителя. Что? Какой еще модный житель? Какой еще такой лесной житель? Какой же еще такой модный лесной житель? Как это так? Ну, сейчас все узнаю. Модные лесные жители. Ну, что-нибудь я сейчас придумаю. А ты мне поможешь. Ты еще та модница. Так, сейчас. Так, коричневый, зеленый, да? Так, нормально? Глазки. О, возьму сразу 4. Секрет, зачем так много? Жабулька, ну прости, совсем забыла про тебя. Ну теперь точно все взяли. Давайте начнем варить волшебство. Вяжем. Сейчас все свяжем. Может, свяжем ему шапочку? Да, точно. Так я и сделаю. Модный, лесной житель. Ну все, я сделала это. Связала этого жителя модного. Очень переживаю. Понравится ли вам? Ну ладно, все. Вот этот мишка. Ква-ква. И сумочка у него. Ва-вакушка. Ну это вообще. Как вам его наряд? Кстати, каждую игрушку можно заказать. Пишите нам ВКонтакте. Телеграм. Все ссылочки внизу. А еще ставьте лайки и не забывайте нажать на колокольчик. Спасибо вам всем за внимание. Всех люблю. Пока-пока. Так это же не те нитки. Не ту пряжу взяла. Настя, что делать? Все по новой.